Лысенко Надежда, 11 лет, Ирина Ургари, «Война глазами детей». На конкурс дети читают стихи. В горнем мире купалась, а в Господней любви, где нет страха и злобы, там, где нету войны. Я спустилась на землю в ожидании чудес, пели песни мне птицы, вторил голос небес. Ах, какая большая наша планета, а спрятаться негде, везде есть ракеты. Скажите мне, дядя, вы ведь взрослые люди, у вас тоже душа умерла от простуды. Истерзали сирийцев, Украину не чтите, вам чего не хватает, ну так что ж вы молчите. Истерзали вы разом и Христа, и Аллаха, и пред Богом единым не имеете страха. Или вам в умиление детские слезы, или вам наслаждение военные грозы, или боль материнская вам как потеха, и разрушенный храм веселит вас до смеха. А я детским умишкам все никак не пойму, да за что ж вы так любите эту войну?